Межжилкомхозе рассказали об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием. В ведомстве заявили, что прибавка за отопление из-за низкой температуры воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания. В министерстве уточнили, при возникновении вопроса по начислению платы за январь этого года нужно обращаться в расчетно-справочный центр по месту жительства. В Беларуси завершилась иммунизация медработников первой дозой вакцины «Спутник Ви». В столице Минской области привиты 4609 человек, в Брестской – 3460, в Витебской – 3950, в Гомельской – 5495, в Гродненской – 1795, в Могилевской – 1635. Вакцинацию прошли только те сотрудники, которым это было разрешено по состоянию здоровья. Белорусские вузы уменьшают приемно-экономические и юридические специальности. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, сейчас идет работа над конкретными цифрами с каждым учебным заведением. До 1 апреля планы должны быть обнародованы на сайтах учреждений образования. Ожидается, что в среднем они уменьшатся на 6%. В Минске сегодня открылась 28-я международная выставка-ярмарка. Она посвящена Содружеству независимых государств. Объединению в этом году 30 лет. Всего в Белэкспо представлено около 300 участников из 20 государств. Белорусский стенд представляет работы отечественных издателей за 2020. Следить за мероприятием можно и удаленно. В онлайн-формате пройдет симпозиум литераторов. Умер народный артист Андрей Мягков. Актер театра и кино скончался на 82-м году жизни. Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии «Служебный роман».